Международный центр «Дети Арктики» откроют в Якутске в 2020 году. Соглашение о начале создания проекта сегодня подписали генеральный директор Якут-проекта Иван Шишигин и генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Якутии Сергей Мейсников. Согласно документу, проектант должен завершить работы в октябре следующего года, а уже через год, в 2019 году, будет установлена первая свая. Здание расположится по улице Автодорожная на месте радиоантенного поля. Для нас это является очень серьезным соглашением, потому что мы понимаем, что такие объекты образования, дополнительное дошкольное образование, они как бы являются собой, несут что-то новое. Это необычное учебное учреждение. У нас какой-то опыт работы есть в плане, что мы сейчас проектируем малую академию, заканчиваем проектирование, да. Но, как я понимаю, сейчас вот этот объект из той области, но он в более расширенном виде.